Герои неба. Валентина Гризодубова, знаменитая летчица-рекордсменка. Первой среди женщин была удостоена звания Героя Советского Союза. Герой социалистического труда. Дочь русского конструктора, изобретателя и пилота, свой первый самостоятельный полет совершила в 14 лет. Длительное время работала летчиком-инструктором. Облетела на самолете почти всю страну. Осенью 38-го Гризодубова командовал экипажем, который совершил беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Так был установлен мировой женский рекорд дальности полета. В апреле 42-го сформировала и возглавила 101-й авиаполк. Он участвовал в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, доставлял грузы для партизан. Сама летчица совершила в годы войны около 200 вылетов, около 20 раз пересекала линию фронта. Улицы Гризодубовой есть более чем в 20 городах России и Украины. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.